Семьи мобилизованных активно подают заявления на социальную помощь. Об этом рассказали сегодня на заседании оперативного штаба. Чаще всего люди несут документы на единовременную выплату. Кроме этого, супруги мобилизованных, чьи дети не ходят в детский сад, оформляют заявление на компенсацию в 6,5 тысяч рублей. А пожилые жители города и края, сыновья и внуки, которых ушли на фронт, просят помочь по дому. Все заявления от семей военнослужащих губернатор поручил рассмотреть оперативно. И, конечно, нужно сделать таким образом, чтобы при обращении с заявлениями люди чувствовали к ним особое отношение и инициативу со стороны и службы социальной защиты, органов местного самоуправления, неравнодушное отношение, сочувствие какое-то, даже по форме. Поэтому оперативность и вот такая душевность, если хотите, это они должны быть характеристиками деятельности в этой сфере.